классика теперь будет звучать по-новому, так мощно и объемно, как не звучало никогда, по крайней мере, в этих стенах. Вечную музыку играют на современном рояле, отечественном. Его собрали в этом году на калужской фабрике «Аккорд». В 7-ю музыкальную школу рояль приехал недавно. Старый теперь, как в песне, весь в испуге. Тоже на сцене, но позади. Конкуренция. Рояль – король музыкальных инструментов. Он потрясающе звучит. У него очень удобная для рук клавиатура. Струны, разные виды дерева, которые составляют и боковины, и крышку. Ну, очень много нюансов. Это сложнейший музыкальный организм, сложнейший. А вот играть на нем смогут даже дети. В этом зале они готовятся к экзаменам и концертам. Правда, услышать, как звучат клавиши, получится только в новом учебном году. Сейчас занятий нет. Рояль занял самое почетное место. В классах тоже пополнение. В музыкальную семью 7-й школы рояль пришел не один. Вместе с ним еще 5 инструментов. Пианино – вот одно из них. Остальные разместились в других классах. Пианино также поступили благодаря проекту «Культура». Подарок и для воспитанников, и для педагогов. Ведь легче станет не только учиться, а и учить. В этой школе занимаются 313 детей. Более 100 из них – пианисты. Вы знаете, это был мой выбор, потому что нам удавалось покупать другие инструменты, не участвуя в этой программе. А здесь как-то вот мы обижали фортепианный отдел. И так как это самые дорогие инструменты, ну, я имею в виду из тех, что вот можно приобрести отечественного производителя. Поэтому та сумма, которую нам выделили, была потрачена именно на дорогие, хорошие фортепиано. В ближайшие годы обновят и само здание школы. Его фундамент, по словам педагогов, заложили еще в 19 веке. Капитального ремонта не было, разве что после войны, когда весь город восстанавливали. Но скоро все изменится, средства уже есть, решаются бумажные вопросы. А сами работы запланированы на 2022. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, новости Севастополя.